ускорить строительство Вологодского подшипникового завода. Так записано в директивах 24-го съезда партии. Сейчас у строителей и монтажников горячая пора. На заводе вводятся в строй новые цехи и участки. В январе этого года был сдан в эксплуатацию шариковый цех. Производство подшипников требует особо высокого класса точности. Поэтому новые цехи оснащаются самыми современными станками и автоматами. Автоматизированные линии станут основой производства на всех участках. За годы девятой пятилетки мощности Вологодского подшипникового завода возрастут втрое.